Вы просто посмотрите на вот это! Это все не шутки! За каждую смерть открывай гифтбокс! И как обычно, бесплатный нож. Чтобы получить Джекомода Лакшери, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твое ID. Как обычно, залетаем на G стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе. И прямо сегодня буду выполнять самый нереальный и самый жесткий челлендж. Потому что за каждую мою смерть с арканой я должен буду открывать гифтбокс, а за каждую мою смерть с любого другого скина я должен буду открывать любой другой кейс. Ну что же, ребятки, начинаем. То есть, как вы понимаете, за любую мою смерть я трачу голду, поэтому, пожалуйста, пожелайте мне удачи и пожелайте мне больше не умирать, потому что, ребята, под прошлым видео подобно вы сказали: Кента ПК, ты халявщик, ты ничего не покупал. Окей, ребята, прямо сегодня, как только я буду умирать, сразу буду открывать кейс или гифтбокс. Вы просто представьте, ребята, гифтбокс. Мать моя женщина! Ты кто такой? Ты кто такой? Ёханый бабай! Ля, что происходит? Вот это я понимаю, ребят. Хардкорный челлендж. Очень хардкорный челлендж. Боишься, правильно? На! Нормально, ребят, ничего себе раздаю. Блин, это просто лютейший трэш. Так, пока что все было очень... Нет. Давай, братан, на ножах. Как мужики? Ах, ты хотел закрыть. Давай, иди сюда, ребят. Ну все, спокойненько, Кента пока сделал 4 килла. Пока что ничего не открываю, но это реально было очень трэшово. Я чуть не понимаю, почему вы все меня обзываете на любом комментариях. Я, блин, играю хорошо, ребят, 4 килла, 4 на 0, да мать моя женщина. Так, ну что, поехали. Прямо сейчас я покупаю первую свою аркану. Вы понимаете, если меня кто-то убьет, подберет данную аркану и бьет меня в следующем раунде с этой арканой, то я должен буду открыть гифтбокс. Пока что, ребята, Кента пока ничего никому не должен. Но это только начало. Поехали. Ох, ля, кумир, брат, здорово. Фу, хотя бы это не аркана. Ну что же, наш первый кейс пошел. Ну что, ребята, первый кейс, это будет райвел кейсик. Сходу открываем. И мало ли, хэштег аркана. Так. И MP7 Offroad. Ну, кто бы сомневался. Ну что же, ребята, прямо сейчас мы понаблюдаем за игрой Коляна 3-5. Колян, Колюня, брат, Колян! Твою-то налево. Ну, ребят, за что же мне такое наказание, Колян. Блин, ребят, Колян — это наше слабое звено. Ну ничего, ребята, Кента пока берет секретное оружие. И вы прямо сейчас понимаете, что к чему. Пока что счет 1-1. Я всего лишь купил один кейсик. Но, ребят, надеюсь, это был последний кейс, потому что я не хочу тратить голду. 100 голды за каждую смерть. Это адекватно. Брат, что с тобой? Давай это мне АФКш. Вот это да, мать мою! Нормально, минус 2, нормально. Так, поехали. Ребят, спокойненько, на агрессии. Да ты что, просто сказочка. Я вижу последнего парня на миду. И опять самый ценный игрок — это Кента ПК. Но кто бы сомневался, ну кто же может быть ценнее, чем Кента ПК? 2-1, ребят. Ну, как говорится, пока что все идет по плану, но расслаблять булочки не стоит, потому что, ребята, в любой момент все может поменяться. Пока что всего лишь один кейсик, все очень даже изи. Так, а может быть, я через мид обойду? Ох, ля! Плохая идея, но я сделал килл. Так, ну что, сыночек, давай. Ох ты, блин, неждан. Фух, хотя бы не арканом. Ну что же, кейс номер 2 пошел. Блин, ребята, вот это я нуб. Открываем кейсики дальше. Второй кейс, это будет фейбл кейс. Он мне просто нравится, поэтому поехали дальше. Да, ребята, с этими челленджами я реально потрачу всю свою голду. Так, нормально. Ну а тем временем, ребята, вы можете понаблюдать за моими супер крутыми тиммейтами. Посмотрите на этого парня. У меня такое ощущение, что он нахрен с Китая, блин, сидит, потому что у него так лагает. Просто все рывками. Ну, сейчас более-менее нормально, но до этого у него очень жестко лагало. Так, и теперь давайте посмотрим за кумиром. Ох, блин, пожалуйста, ребят, ну вас же двое. Ну куда? Ну за что? За что ж мне такая команда, ребят? Я уже должен 2 кейса.
Так, ничего страшного. И самое обидное, кто-то из них подобрал мою аркану. Кто-то из них подобрал мою аркану. А это значит то, что я должен открывать гифтбоксы. Вот это, ребята, трэш. Вот это, я понимаю, пошел контент. Так, ну что же, счет 2-2, погнали. Так, ребят, слушайте, а давайте-ка я вот так вот возьму М16 и через Бэх обойду. Вот сейчас я любому надеру задницу. Вы сами знаете, что я с М16 машина. Так, ну чё, поехали, поехали. А кто это у нас тут такой? А кто тут такой маленький? О, брат, привет. Так, кто дальше? Выбили бамбу, это хорошо. Так, хорошо. Замечательно. Так, так, так. Ну, минус 3. Ну, ребят, ну так-то неплохо Кента пока играет. Почти. И опять третий кейс. Да за что же мне такая команда? Никто вообще ни единого килла не делает. Ну что же, кейс номер 3. Блин, ребята, слушайте, мне прям нравится эта рубрика. Вот если бы мне еще с кейсов какие-то ножи выпадали, вот это было бы замечательно. Потому что пока что падают одни рарочки. Ну хотя бы одна аркана. Да ты что, какая аркана? М40 Quake. Блин, ребята, чё-то мне так кажется, что я уже больше эту рубрику снимать не буду. Так, беру обратно М16 и мы продолжаем дальше. Ребята, вы же должны понимать, то, что в любой момент кто-то может меня убить с арканы, и вот тогда мне будет просто полная попа. Мне просто очень не повезло, то, что у меня команда ботов, и Кента пока главный бот. Опа, первый пошел, сыночек, ну ты там на будущее, оборачивайся назад! Минус 2, нормально, ребят, на агрессии, врываемся. И тут вижу третьего мальчика, ну пассажир, ну. Ух ты, блин. Ну, опять еще один кейс! Просто попробуйте проиграть. Только попробуйте проиграть. Кейс номер 4. Блин, ребята, кажись, подобное видео меня просто-напросто разорят. Открываю обратно Fable кейс. Давайте даже сделаю мини-буст на нож бабочку Legacy. И мне выпадает, как вы думаете, что? Мне выпадает UMP-45. Спасибо и за это. Ну что же, ребятки, мне очень нравится эта рубрика. Я всего лишь-то за 2 раунда, пока наша команда выиграла, потратил 4 кейса. Да как ты бежишь? Мне больно, мне просто больно. Ну чё, мужики, так, давайте возьмем какое-то оружие, чтобы не надеяться на мою команду. Я возьму П-90, чтобы было много патронов, чтобы я мог сразу всех замочить. Короче, вы все нубы галимы, вы, блин, можете играть, хоть киллы делать, хоть иногда. Ну хоть делайте видимость, то, что вы умеете играть. Ну, мужики, ну что за дела? Они пишут, мы видео, да, вы видео. И все будут знать, ребят, что вот это нубы, запомните их ники. Это нубы. Ну опа, вот так надо играть. Дима 007, покасики, так. О! Нормально! Эксте. Ой, нельзя говорить такие слова на ютубе. Так, ну вы поняли, да? Замочили. Так, осталось 2 пассажира. Ха-ха-ха-ха-ха! Еще один кейс! Поехали! Мне уже все равно, ребят, как я пал. Я бедный школьник, все. После этой рубрики я самый бедный ютубер нахрен на земле. Как можно так много умирать, я не понимаю. Короче, ребята, у нас осталось 2 тиммейта, но они криворуки, братва, я вас прошу, пожалуйста, попади, братух, я верю в тебя, давай, просто вспомни всему, чему ты учился. Мои умнички еле замочили вдвоем одного, все, ребят, ништяк, 3-4, мы начинаем камбэчить. Пожалуйста, команда, начинайте играть. Ребята, а чтобы было больше экшена, я возьму М4, и если меня убьют, кто-то подберет эту М-ку, и в следующем раунде, возможно, я уже открою гитбокс. Ребята, это просто лютейший трэш. Так, ну что ж, поехали. Колян, 3-5, брат, давай, ты иди первый, тебе не жалко. Ну, Колян, ну давай. Ну. Эх, ладно, я пол, шо ж вы как девочки. Нормально. Киллы идут, хорошо. Так, я только что видел тут пассажира. Опа, нормально, ребят. А ты что, пошел контентик? Братик, тут последний, сейчас я замочу. Смотрите, тут, он мой. Ну, блин, ребят, ну я хотел его забрать. Так, ну что же, в этом раунде хотя бы сейчас я ничего не покупаю. Счет 4-4, их четверо, ура! Наконец-то наша команда побеждает. Ну что, ребятки, 4-4, ну это просто позор проиграть. Собрались и поехали, давайте. Опа, ух ты ля, сколько дыма накидали. Ну, ребят, ну как вам не стыдно-то? Так, никого не вижу, никого нету. Ух, ребят, очень опасный момент. А, не очень опасный, нормально, ха-ха. Ох, отличненько-то как. Так, ну что же, счет 4-4. Не понял, тут где-то был парень. Или нет? А, брат, ну, я это, хотел бы тебя кильнуть. 5-4, еще буквально 3 раунда и будет извин. О, за них зашел кураж, это очень жесткий чел. У него куча дорогих скинов. У него даже есть арканы.
Ребята, а вот это уже не шутя, вот это уже не на шутку. Ладно, давайте собрались. Просто хэштег за кента. Поехали, мужики, давайте, я вас прошу, пожалуйста, играть как никогда. Так, никого нету. Тут хорош, красавчики, наша команда побеждает пока что. Но это, ребят, только начало. Ух, блин, как я гранату смачно словил. Так, вот тут кто-то есть. Еще один кейс от Куража. Кураж, брат, спасибо тебе за такие крутые челленджи. Открываем дальше. Так, следующий кейсик у нас будет Фурия. Конечно же, без проблем, я его открываю, ребят, вы даже не сомневаетесь. И мне выпадает? Да ничего не выпадает. Так, ну что же, ребята, с вами бедный Кента ПК, потому что я уже сколько потратил голды на кейсы, это просто трындец, вы посмотрите на его флешки. Ну, братан, я не понимаю, что у тебя в голове. Я вижу твою аватарку, я понимаю, что вот такие вот у меня глаза будут, если мы проиграем. Братух, просто возьми и забери этот раунд. За них играет нуб с аватаркой Сбербанка. Ну, братух, аватарка Сбербанка! Ну, тут надо поднажать, надо собраться. Давай, кумир, братик, просто с левой, с правой, апперкот и победа. У меня такое ощущение, что Кмир не знает то, что есть плент А, потому что он все время на пленту Б. Так, только что на минимапе было видно противника. Брат, давай, давай, на опыте, собрался и полетел. На агрессии влетай, да что ты там прыгаешь. Хотя нет, лучше прыгать, 10 секунд. Всего лишь-то 10 секунд, не пуш. Ни в коем случае не пуш, братан, нам нужна победа. 5 секунд, 5 секунд, 4 секунды. Давай, 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 мы должны выиграть Сбербанк. Не умри. Да! Победа, 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 ребят, хорошо такая, хорошо такая. Кстати, если не ошибаюсь, то у этого парня под ником Сбербанк есть уже Аркана. Вот это, ребят, конечно, экшен. Так, ну что же, я возьму М16, возьму все гранаты и вперед атаку. Короче, ребят, я думаю их всех обойти через плент А. Ну а почему бы нет? Так, 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 ну что же, пассажиры, кто на меня? Очень никого нет. Не топаем, не топаем. Никого, никого. Ну тут, брат, пока. Очень опасный момент, тут есть парень. Я один их трое, я один их трое. Нет, ребята, это походу кейс. Это походу кейс или гифтбокс. Ох, как же это страшно, как же это страшненько-то. Где они все, где они все? Ребята, я хочу к маме. Я хочу к маме. Хе-хе-хе. Замочили Сбербанк, у него была бомба. Дима, 007, ну ты как так мог-то со спины? Эх, ребята, еще один кейс. Обожаю кейсы. Опять всем привет, мы открываем еще один кейс. Так, в этот раз давайте будет Скорпион кейс, потому что мы его ни разу не открывали. А вдруг ща навалит, а вдруг повезет, кто его знает. Так, и что же мне попадает? Конечно же, мой любимый MP7 Банана. Ну, кто бы сомневался, обожаю этот скин. Блин, ребят, тут вот мне кажется, меня, наверное, опять все будут называть голимым нубом. Но, ребят, я реально стараюсь, вы понимаете? У меня чел, вот этот, Колян, 3-5 играет 3 на 10. Это как так-то? Колян, Колян. Так, ну что, ребята, надо еще 2 раунда. Давайте просто, вот просто выиграем и все. Без лишних слов, без отговорок, без всего этого. А, я понимаю, моя команда уже проигрывает. Но, ребят, красавчики, вы просто чемпионы мира по самым быстрым смертям. Ух ты, ля! Дима 07! Фух! Хотя бы у него легендарка. Я уже обосрался. Меня опять Дима 07 со спины убил. Ну что же, вперед открывать и еще один кейс. Ну что же, после очередной смерти открываю очередной Фурис кейс. И что же мне выпадает, как вы думаете? А мне выпадает UMP-45 Shark. Спасибо большое, я тебя люблю. Ребята, мне уже плохо, вы понимаете, сколько я потратил голды. Поэтому давайте прямо сейчас, ну вот не знаю, надо максимально своего, максимально аккуратно, никого не пушить, потому что это просто фиаско, вы понимаете? Команда, я вас люблю, пожалуйста, не проиграйте, не проиграйте. Так, так, тут кто-то есть. Нет, 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 нет! Замочили, замочили. Нормально, нормально. Ах ты, блин, негодяй, бамбу заплентил. Не, братуха, мы просто так тебе эту бамбу не разрешим ее плентить. Так, брат, давай, ты иди первый, потому что я челлендж выполняю. Я уже и так много голды потратил. Надо экономить. А, он тут? Я понял. Брат, привет! Хе-хе-хе. Так, ох. Опа! 3 секундочки и 7-6. Ребята, если наберете 15 лайков, тогда я обязательно сниму продолжение только уже в ММ, в соревновательном режиме. Вот там-то и будет экшен. Ну что, полетели, 7-6. Так, опа. Ты шо, а кто там, а кто там был? А кто там такой красивый? А, брат, пока. Замочили утюжка. Эх, братик, братик, так. Тише, тише, тише. Еще по мне случайно попадут. Так, ребят, охраняем бамбу.
охраняем бамбу. Их осталось двое, нас четверо, то есть, ну, говорится, мы должны победить. Все! Все, все, остался последний кураж, но зная, как он играет, он может сделать что-то невероятное. Все, ребят, ну прям изи-вин, изи-вин. Ща давайте чекнем респу, мало ли он там где-то крысит. Опа, вижу, 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 кураж тут, кураж тут. Ребята, надо сделать последний, финальный удар. Кураж! Да как, доктор? Да как? Ну что же, открываем еще один кейс. Ребята, это еще одна смерть. Это просто фиаско. Я не знаю, как можно так часто умирать. Это просто трындец какой-то. Открываю Rival Case. Зашибумба. Да ты что, хотя бы раз повезло, Кэр Некромансер, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, с вами была рубрика, нелюбимая рубрика Кента. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.